уже утята появились. Угу. Это я на видео. А где тут утка интересная была? А, вот она, вот она. Фига себе, я такую не видел еще. А вон с утенком, вон те. Вижу, вижу, да. И как ты говорил, вот эти вот утки называются? А там уже большие такие утята. У той. Во, вон интересные вообще, блин. Она еще интересно гребет так, вот эта утка. Там утята очень маленькие. Прям очень-очень маленькие. Потом... Антошик. Нет, я вам про таких же, только они там пушистые и меньше. Погнали, я покажу. Пойдем. Сейчас пойдем. Кстати, вчера, когда я его на траву завел. Антошик. Там трава большая, он только... Хватит всякую гадость кушать. Вы видели такая, ну, сгребет, как та утка? Интересно так? Куда она была? А, это у этих утят. Как называл? Ну, гоголи. Гоголи. О, как это мило, смотри. Чмок, чмок. А, она ему жрать дает. Я ковырнулась. Вот, она траву ее, она траву их кормит. Тины какой-то. Вот смотри, берет и в рот передает вот эти вот. Фига. Не, ну смотри, какие маленькие. Вижу, вижу. Вон бабуля им кушать принесла. Погнали Антошку искупим. Не надо. Холодно еще, холодная вода, ты че? Конец мая. Через два дня июнь начнется. Ну там. Еще тепло постоит и можно купаться. Да, но вода, конечно, даже летом холодная. Я хотел бы прям в тот теплый утёк. Сегодня на залив пойдем, может быть, там и искупаемся. А может быть, хрен с этой Юноной туда поедем, там магаз есть, там купим что-нибудь, лимонада туда-сюда. Там. И иногда там посидим. Можно. А гоголи боятся подплывать. Я полетел, блядь. Ты куда пошел? Смотри, смотри, смотри. Дык-дык-дык. Гоняет еще? Так а уйди отсюда. А это кнопка или хорошо?
Они сейчас гонять будут уток. Это